You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the Всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне в гости на мой канал. Я рада приветствовать вас в новом летнем видео. Захотелось не поприветствовать вас красивыми летними кадрами. Обожаю просто этот ковер из невероятных красивых маргариток, который у нас растет на даче и радует нас уже не первый год. Просто его обожаю и решила поделиться этими красивыми, вроде бы и самыми простыми цветами с вами. Я сегодня на завтрак готовлю сырники. Дети очень их просили, с клубничным вареньем. Поэтому в сырники ничего не добавляла, ни изюм, ни кокосовую стружку. Я взяла 2,5 пачки творога у меня, потому что оставалась половинка, и решила приготовить не из 2, как я обычно готовлю, а из 2,5. Положила 4 столовые ложки муки, 3 столовые ложки сахарного песка, добавила пакетиков ванилина и все тщательно перемешала. И да, еще положила 1 куриное яйцо. Я делаю сырники очень маленькие, потому что часто меня спрашивают в комментариях, как у меня из такого небольшого количества творога получается такое большое количество сырников. Просто, может быть, камера передает их намного крупнее, чем они есть на самом деле. Сырники на самом деле у меня очень маленького размера, потому что нам так всем больше нравится, когда сырник не большой, а маленький и аккуратный. Сырники я обваливаю совсем чуть-чуть в муке, слегка припыляю, чтобы мука не подгорала. Хочу купить на дне сходить в Ленту рисовую муку, потому что советовали, что на ней сырники готовить просто одно удовольствие. И сегодня буду готовить сырники, в принципе, как и всегда, на кокосовом масле. У меня его осталось совсем немножко, нужно будет сделать заказ, заказать новую упаковочку кокосового масла. И когда я его добавляла в сковороду, наверное, обратили внимание, какое оно в этот раз у меня жидкое, потому что оно у меня хранилось в ящике, в шкафчике, а не в холодильнике. Если кокосовое масло хранить в холодильнике, то при прохладной температуре оно имеет свойство застывать, а при комнатной температуре оно становится мягким и жидким. Вот такой красивый и вкусный завтрак у нас получился. Будем сейчас всей семьей садиться и пить чай, кофе с сырниками и с клубничным вареньем. Всем, кто тоже кушает, желаю приятного аппетита. После завтрака сразу же пошла делать дела по списку. Сегодня самым главным пунктом и самым первым пунктом в моем списке дел — это разобрать морозильную камеру и морозильный ларь, подготовить все для заготовок еды впрок, посмотреть то, что нужно докупить, проверить все сроки годности, проверить соусы, которые закончились, приправы, которые тоже нужно докупить, и, конечно же, посмотреть весь морозильный отсек, потому что, когда я делаю заготовку, нужно, чтобы было все удобно в морозилке, чтобы быстренько складывать доски, подносы, на которых замораживаются полуфабрикаты, чтобы было все удобно и сподручно. Я достала все контейнеры, вот в таких контейнерах я храню все свои заготовки, потом обязательно во влоге после заготовок покажу, как у меня все хранится, очень все компактно, и в принципе, когда у меня не было морозильного ларя, я пользовалась только морозилкой, и у меня все отлично влезало, вмещалось, и я делала большие заготовки. И сейчас
сейчас, когда я делаю заготовку полуфабрикатов, я также заготовки не храню в морозильном ларе, я храню все заготовки в морозильнике от вот, холодильника, который идет от Side by Side. У меня все прекрасно вылезает туда на несколько буквально полок, благодаря тому, что очень грамотно организовано хранение вертикальным способом в контейнерах. Я сразу же открыла морозильный ларь, достаю все овощи из морозилки, которые мне нужны будут для приготовления тех или иных заготовок. Проверяю то, что нужно докупить, то, что уже закончилось в морозилке, то, что нужно купить свежее. Осталось немножко бутылочек у нас березового сока. Тоже их положила в морозильный ларь, чтобы не занимали полезное пространство морозилки. Протерла полочки влажной тряпочкой, также все контейнеры помыла, протерла, чтобы было приятно делать заготовки. И сейчас складываю пакет. Этот пакет я отправляю в деревню, всегда складываю какие-то косточки для собак и отвозим на дачу. Приехал ко мне заказ одежды для детей. Заказывала я им обновочки на лето. Давайте покажу, что заказала и расскажу, где покупала. Заказывала я все на сайте Wildberries и выбрала вот такую вот фирму «Рыжий кот». Вся одежда будет этой компании. Очень мне понравилось качество. Просто замечательно. Выбрала Еве вот такой вот костюмчик в ярко-желтом цвете. По-моему, отличный вариант для летних прогулок. Верх выполнен в виде футболочки, принт банан, очень так по-летнему, покрасочно очень смотрится, мне понравилось. И низ представлен у костюма в виде шортиков, еще была юбка, но решила взять шорты, потому что удобнее прыгать и на батуте, и кататься на велосипеде, на самокате. Думаю, что очень замечательно будет Ева гулять в этом костюмчике сейчас летом, потому что стоит у нас очень хорошая погода. Размер я выбрала Еве 128, 100% хлопок. Максиму взяла вот такой костюм, тоже низ представлен в виде шортов, сверху футболка в красивой мальчуковой расцветке, белый с бирюзовым, с оранжевым, мне очень нравится. И еще взяла на смену к этому костюму вот такую вот футболку с тиграми, ему очень нравятся тигрики, и будет менять он вот эту футболочку на эту, мне кажется, будет отлично сочетаться, потому что здесь есть оранжевый цвет и здесь тоже он присутствует. Максиму брала размер 122, отлично подошел он ему. Еве брала 128, немножко запасиком, но ничего страшного, потому что одежда хорошего качества, думаю, на следующее лето еще будем ее носить. Максиму также взяла еще две футболки, одну взяла беленькую, написано я робот, и взяла еще в желтом цвете, тоже в таком ярком в летнем, также такой же принт я робот. И Максиму выбрала двое брюк, одни взяла в темно-темно-синем цвете, по бокам у нас идут карманы. Верх выполнен на резинке, размер 122, 100% хлопок. И вторые брючки я ему взяла в темно-графитовом цвете, не в черном, а в таком красивом темно-графитовом. Очень мне понравились штаны, качество потрясающее, швы выполнены очень аккуратно. Здесь на коленке принт, мои лучшие друзья. И верх также на резиночке, на завязках. Размер брюк я также брала 122 для Максима. И будет он отлично сочетать эти брюки с футболками. Очень хорошо они компонуются. И Еве взяла тоже брючки в черном цвете. Низ уже у нас вот такой вот с подворотом. Очень хорошо выполнены, 100% хлопок, такой фасон идет оверсайз, сбоку кармашки у штанишек и верх также на резинке. Очень красиво смотрятся черные штаны с желтой футболкой, вот с этой с принтом бананы, такое контрастное сочетание, мне очень нравится, черное с желтеньким. Еще заказала детям по два костюмчика на лето, тоже вечерами выходить гулять, когда будет уже прохладно, солнышко уходит, и чтобы комары не кусали. Отличный вариант, это костюмчики хлопковые, тоже 100% хлопок. Еве взяла первый костюм, вот такой вот интересный, рукава в таком вот в стиле газетки, много различных надписей. На груди принт Love, выполнен в нежно-сером цвете, и точно такого же цвета штанишки.
манишки идут двухсторонние, спереди серые, сзади черненькие, внизу на манжете. Очень классный костюмчик, мне безумно понравился. Второй костюм, который Ева не хотела снимать, она просто в него влюбилась, сказала, что это теперь ее самый любимый костюм. В нежно-розовом цвете, на груди принт пандочка, выполнен он из велюра, из очень мягкого и нежного. Безумно красивый костюм, очень приятный к телу. Максимке выбрала два вот таких вот ярких костюма. Первый я выбрала костюмчик вот в таком вот сочетании оттенков. Это желтый, белый и бирюзовый. Штанишки тоже бирюзовые. Здесь надпись «Мои лучшие друзья». И штанишки выполнены на резиночке с завязкой. Очень классно сидит этот костюмчик на Максимке. Рост 122, у Евы костюмы рост 128. И еще взяла вот такой вот красивый яркий костюм оранжевый с капюшоном уже. На капюшоне вот такие вот ушки красивые. Максимке тоже очень понравился костюм. Также одела, не хотела его снимать. Сказал, что я Мишка. Толстовка выполнена на замочке. Очень хорошая фурнитура, отлично все работает. И штанишки тоже идут с кармашками по бокам. Наверху резинка на завязочках. Вот такие вот классные обновки я заказала детям на лето. Дети в полном восторге от костюмчиков, от футболок. Им очень все понравилось. Все такое пришло яркое, красивое и, самое главное, качественное. Заказывала я одежду компании «Рыжий кот». Очень я осталась довольна этой компанией. Обязательно буду заказывать еще их товары. Можно найти их продукцию на сайте Wildberries. Ссылки на позиции, которые заказывала я, оставлю внизу под видео в инфобоксе. Переходите, смотрите, кому будет интересно. Приглашаю вас на сочную мотивацию, на уборку. Если у вас есть дела какие-то по дому, обязательно присоединяйтесь ко мне, вместе будет веселее, я вам обещаю. У меня сегодня просто какой-то получился бардак в кухне-гостиной, потому что мы с утра решили с Ваней помыть окна в спальне на присоединенной лоджии. До туда руки никак не доходили, сегодня выделили немножко времени, помыли окна, снимали жалюзи, все оставили, нам надо было срочно уехать на участок. Очень долго прокатались, приехали, я вот сразу же начала заниматься уборкой. Ваня пошел вешать жалюзи на окна, потому что даже не успели их обратно вернуть на место, нужно было срочно ехать, и все оставили вот в таком вот виде. Жалюзи сохли на простынях на полу, и вокруг просто остался вот такой вот бардак. Ну что делать, потому что реально нужно было срочно доехать до участка. Я сейчас разбираю белье и уже очень мечтаю о сушильной машине. Не знаю, стоит ли покупать сюда или потом уже сразу же купим в дом. Но, честно сказать, надоело вот это вот развешивание белья на сушилке. И, конечно же, не нравится то, что летит очень много бельевой пыли. Ева попросила достать все свои картины из художки за 2 года. Вы бы видели, что творилось. Просто вот к этому ко всему то, что сейчас происходит в кухне-гостиной, плюс весь пол был в картинах. Она все разложила на пол и ходила, любовалась, какая она молодец, сколько она всего сделала за 2 года. Я быстренько загружаю стиральную машину первую на сегодня. Сегодня запланировано у меня минимум 3 стирки. И бегу обратно наводить порядок в кухню-гостиную. Застилаю розовым пледом кресло, кресло-качалку. Подумываю о том, чтобы его обратно увезти на дачу. Поставим его на крыльцо и оформить там такую красивую, сделать зону отдыха. Пока что это в планах, но думаю, что все-таки мы это сделаем. Потому что привезла кресло домой с дачи с тем расчетом, то, что переделаю его, перекрашу, перетяну сиденье и уже прошло больше года, так руки до этого и не дошли, и вроде бы сейчас и понимаю то, что как бы эта мебель вроде бы и не нужна в квартире, она лишняя. Убираю пара генератор на место, точнее пара очиститель, и также нужно убрать мойщик робот окон. Все тряпочки я загрузила в стиральную машину, все насадки от него стираю на 30 градусах, очень удобно, вместе с другими тряпочками, которыми мыла окна, и робота сразу же тоже убираю
убираю аккуратно на место. Писали мне в комментариях тогда, когда я показывала, что мыла лоджию с помощью этого мойщика, что очень медленно он моет. Конечно же, руками помыть быстрее, я с этим согласна, но робот, наверное, не про то, что быстрее, а про то, что это безопаснее, и, допустим, если у вас какие-то труднодоступные места и не дотянуться до них, то робот в этом вам поможет. А так, конечно же, со стороны кухни, допустим, или со стороны квартиры, конечно же, руками помыть, мне кажется, получается быстрее. Но так как у нас очень большие широкие окна, я объясняла, и мне чисто физически не дотянуться до другого края окна, робот для нас это идет как спасение. Я сейчас быстренько загрузила следующую стирку и возвращаюсь уже с уборкой на кухню. Нужно быстренько разгрузить рабочую поверхность, и у нас такая началась гроза, то что я даже закрыла все окна и жалюзи в кухне-гостиной, потому что так сверкало и гремело. И как будто бы по закону подлости мы сегодня помыли окна с утра, и днем пошла вот такая вот гроза. Но что делать, от этого никто не застрахован. Я продолжаю заниматься тем, что разбираю все с рабочей поверхности, и хочу сегодня подрезать розы, которые стоят в вазочке, потому что давно уже хотела это сделать, и никак руки не доходили, потому что в прозрачной вазе видно, что веточки немножко подогнуты, и смотрится это не так реалистично, поэтому решила взять ножницы по металлу и обрезать вот эти вот стебелечки, укоротить немножко розы. Мне высокими не нравится, когда они стоят, мне нравится, когда розочки стоят чуть-чуть пониже. And I couldn't really make you stay, so what to do? I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. Расставляю розы красиво в вазу, по-моему, так смотрится намного лучше и очень удобно, можно красиво, пышно создать букет, расставить. Очень здорово, что сегодня наконец-то руки дошли и я обрезала вот эти вот стебли. Набираю воду сразу же для цветов, для комнаты. Я воду всегда отстаиваю примерно неделю и всегда отстойной водой поливаю растения. Никогда не поливаю водой из-под крана, несмотря на то, что даже набираю воду из фильтра, все равно даю недельку примерно в воде отстояться. Взяла спрей, это у меня средство Золушка для стекол и зеркал, уже у меня оно практически заканчивается, очень оно мне нравится, но оно совершенно не экономичное, расход идет очень большой. Вымыла зеркало, которое у нас идет, зеркальная паноплитка, и также протерла этим же средством камин, очаг камина и телевизор. Опрыскала цветы. Цветы стараюсь сейчас опрыскивать как можно чаще, но в основном у меня дети очень любят это занятие. Берут маленькие пульверизаторы и опрыскивают цветочки. Очень они любят этим заниматься. Конечно же, летом это нужно делать намного чаще, иначе цветы будут сохнуть. Сейчас взяла пылесос и прохожусь по полу. Часто возникает вопрос, что за пылесос, нравится он мне или нет. Это пылесос 3 в 1, моет, сушит и пылесосит. Покупала я его больше 3 лет назад, очень мне пылесос нравится, хороший, классный. Единственный недостаток — это шнур, хотя может быть это и плюс, потому что пылесос не разрядится, тем более если у вас площадь большая, то что не нужно как-то контролировать этот процесс, сколько осталось зарядки у пылесоса. А так, в принципе, пылесос хороший, есть уже, конечно, где-то пластик пооткололся, но пылесосу, я еще раз повторяюсь, больше 3 лет, в принципе, для этого возраста его, он находится в нормальном состоянии. Нужно будет доехать в ближайшее время, докупить расходники, такие как валики, фильтры, и заменить у этого пылесоса. И когда большая площадь квартиры или дома, конечно же, этот пылесос будет большой палочкой-выручалочкой, будет у вас очень мало уходить времени на мытье полов, потому что когда у меня его не было и я мыла пол шваброй, у меня, конечно, времени уходило очень много. Сейчас осталось мне разобрать вещи, которые храню я в корзинке чистые, и мы поедем за закупкой продуктов еды на месяц.
Вернулись мы домой, у нас погода распогодилась уже, все замечательно на улице, солнышко светит, птички поют, но такая влажность после грозы, как в тропиках. Съездили мы, закупились, потратили мы на закупку примерно часа полтора вместе с дорогой, но я считаю, что это мы съездили очень быстро, потому что плюс мы еще ездили с детьми, а с детьми все равно получается медленнее. Я всегда пишу список продуктов, которые нужно купить. И со списком четко уже целенаправленно едем в магазин и идем только по тем рядам, куда нам точно надо. Мы сегодня закупались в Ленте. Сейчас я быстренько раскладываю все продукты и обязательно покажу вам закупку продуктов для заготовок. Все, разложила я все продукты. Давайте покажу, что мы взяли для заготовок полуфабрикатов и просто для дома. Вот такие вот булочки взяли вкусные. Сейчас сделаю мини такие гамбургеры. Делали их позавчера с очень большим количеством зелени. И сейчас хочу тоже сделать. Куриные яйца взяли одну решетку. Батон, две упаковки сахара. Затем макароны перья, спагетти, сухари панировочные, крахмал кукурузный. Пакет шампиньонов. Шампиньонов здесь практически килограмм. Шампиньоны сейчас по 199 рублей за килограмм. Взяла лоток птицы, это у нас голень, 8 штучек получается, и килограмм стоит 199 рублей. Чеснок сейчас по 170 рублей, лука взяла целый мешок, лук по 31 рублю. Так, свекла по 85 рублей, картофель свежий молодой по 65 рублей, кабачки взяла тоже целый пакет по 99. Затем сельдерей, одна вот такая штука стоит 139, это у нас получается морковь. Морковь сейчас у нас по 62 рубля за килограмм. Так, взяла, что из крупы, взяла кускус, затем лапшу домашнюю хочу сделать, быстрый супчик, карбонат, это у нас карбонат славянский, вязанку взяла, затем ананасы порезаны на кусочки. Очень мне нравится вот такая томатная паста 365 дней. Говорила вам уже о ней неоднократно. Взяла две упаковки. Кукуруза консервированная. Соевый соус закончился. Терияки есть, соевый закончился. Затем вот такой беру йогурт без добавок. Можно его как в салаты, так и для маринада использовать. Данон взяла две упаковки. Закончился у меня сок лимончика, повторила. Беру всегда вот такой Сицилия, сок лимончика. Лимона тоже очень классно, он идет для заправки салатов или для заготовок. Вот такой взяла мистер Рико бургер. Так, дальше что двигаемся, рикотту взяла, сыр, 4 пачки творога, 4 пачки твердого сыра, растительное масло, затем 2 упаковки муки, молоко, 2 сметаны, 2 риса. Рис в этот раз взяла круглозерновой, в принципе, как и всегда, потому что мои только едят домашний круглозерный рис. Длинный рис они не едят. Соль была только такая, пришлось взять, потому что не было вариантов ехать в соседний магазинчик. Так, взяла вот такую. Дальше из приправ что еще взяла? Кориандр молотый у меня закончился. Куркума закончилась, взяла. Так, дрожжи у меня есть, но побоялась, мало ли, не сработает. Взяла сразу же свежие. Так, и еще взяла 5 пакетиков ванилина. Давайте теперь пробежимся по мясу, что мы взяли. Куриные ноги я сказала, один пандон я взяла, килограмм стоит 199 рублей. Двигаемся дальше, взяли 4 тушки курицы, всегда беру именно 4 для заготовок, получается очень удобно, когда их разрезаешь на отдельные части. Очень классно мариновать, допустим, отдельно 8 крыльев, разрезаю я их на фаланги, уже получается 16 частей крыльев, готовлю на гриле, затем ноги отдельно, бедра и куриное филе. И остальное, то, что остается от курочки, суповой набор, я варю бульон. Курица, значит, у нас сейчас по 145 рублей. 4 штуки взяли. Примерно вес всех куриц одинаковый, плюс-минус 100 грамм. Около 2 килограмм, 2-2-100. Так, это у нас говядина. Говядину взяла по 476 за килограмм.
Так, здесь свинина. Свинина окорок по 299 за килограмм. Почему-то на витрине она была 330. Не знаю, может быть, по карте была скидка. Значит, здесь ее получается... Сейчас скажу, сколько. Здесь получается ее 4866. Здесь тоже это же свинина. Здесь ее... У меня вышло на 4 килограмма. Так, куриное филе. Сейчас я его взяла по 269,99. Здесь у меня его 3,832. И здесь тоже филе куриное на 5,110. Так, здесь индейка. Филе индейки сейчас по 449 рублей. Вот такая вот закупка сейчас у нас была для заготовок еды впрок. Сейчас буду все разбирать, подготавливать к заготовкам. И скоро выйдет видео, так что обязательно ждите. Еще не показала покупки из магазина Fix Price, так как по пути заехали еще в Fix Price, кое-что я купила, но решила сначала поставить штрудель, пока он будет готовиться в духовом шкафу, покажу покупки из магазина Fix Price. Их немножко, буквально несколько позиций. Решили сегодня приготовить штрудель, потому что мы очень его любим, особенно с шариком мороженого. Это просто получается потрясающий вкусный десерт. Я беру яблоки, примерно 3-4 штуки, все зависит от размера. Очищаю сердцевинку и затем нарезаю на небольшие кубики. Яблоки я никогда не очищаю для штруделя, мне кажется, этого делать не нужно. Получается и так вкусно, яблоки замечательно приготовятся в духовом шкафу и будут очень мягкими. В итоге я взяла 3 яблока, этого количества достаточно, потому что яблоки и так были достаточно крупные. Залила изюм кипятком и оставляю минуток на 5 его запариваться. Яблоки сразу же взбрызгиваем соком лимона, чтобы они не потемнели, и перемешиваем. Обычно для штруделя беру только грецкий орех, но сегодня решила добавить еще немножко миндаля и фундук. И толкую я орехи толкушкой, чтобы они такие были крупными частичками, попадались в пироге. Если вы так не любите, можно с помощью кофемолки или блендера перемолоть орехи. Но попробуйте сделать вот так, когда орех крупный получается в штруделе. Добавляю пакетик ванилина, очень много корицы. Также кладем сахарный песок по вкусу и все тщательно перемешиваем. И начинка наша готова. Я взяла сегодня покупное слоеное тесто, покупаю его всегда в ленте, но обычно беру бездрожжевое, в этот раз покупала дрожжевое, потому что бездрожжевого не было. И если честно, мне не очень нравится дрожжевое, берите всегда бездрожжевое, оно лучше для выпечки. Для штруделя тесто я всегда люблю раскатывать на полотенце. Полотенце припыляю мукой, чтобы хорошо можно было на нем раскатать кусочек теста слоеного. И раскатываю до тех пор, чтобы практически стало видно полотенце, чтобы тесто было очень тоненькое, такое практически прозрачное. И начинаю с помощью полотенца, как роллы, заворачивать штрудель. Получается очень удобно и быстро. Перекладываю штрудель на... Противень я застелила силиконовым ковриком. И, конечно же, нужно будет штрудель смазать желтком. Я взяла желток от 2 куриных яиц, взбиваю вилочкой и сверху намазываю на штрудель. Духовой шкаф я предварительно не разогревала. Ставлю выпекаться на температуру 180 градусов, верхний-нижний нагрев. Примерно готовиться будет 30-35 минут. Ориентируйтесь по вашему духовому шкафу. И давайте сейчас, пока готовится штрудель, покажу покупки. Ездила сейчас до магазина Fix Price. Небольшой у меня получился улов. Взяла то, что нужно мне было. Зачем я ехала по списку? Ничего лишнего не брала. Взяла вот такой вакуумный пакет с клапаном. Размер 50 на 60 сантиметров. Будет очень удобно убрать воздух с помощью пылесоса ручного. И взяла только такой размер, потому что других уже размеров не было. Оставалось только в размере 50 на 60. Если мне понравится такой пакет, съезжу еще куплю, чтобы убрать все, что мне необходимо
хранить в вакуумных пакетах. Потом поделюсь с вами отзывом, понравился мне этот вакуумный пакет или нет. Закончилась пергаментная бумага. Взяла вот такую вот, всегда беру Bon Home, очень она мне нравится. Размер, значит, 6 метров и ширина 29 сантиметров. Всегда, когда бываю фикс прайс, беру или пергамент, отлично, там идет тоже Bon Home, пищевая пленка и фольга. И самое главное, зачем я ехала, мне нужно было найти контейнеры для организации хранения различных вещей. Очень мне понравились контейнеры, выбрала вот такие вот серые и розовые. Отличные расцветки, очень хорошо то, что не ядовитые, зеленые, синие или оранжевые, как обычно было раньше в фикс прайс. Очень довольна расцветками. Конечно же, было бы замечательно, если бы были бы белые они, но почему-то в фикс прайсе я не встречала вот таких контейнеров в белой расцветке. Сереньких взяла контейнеров, сейчас скажу сколько, 5 штучек, потому что их оставалось только 5 на остатке. Так, размер 30 на 20 и на 10 сантиметров. Если было бы их побольше, взяла бы штучек 15 точно, потому что отличные, в любой ящик, в стеллаж, хоть куда можно их применить. И взяла еще много вот таких вот контейнеров в розовом цвете. Хороший, приятный оттенок. Отлично, мне кажется, будет сочетаться с мебелью, со слоновой костью. Внутри буду организовывать в шкафах и в различных ящиках. Так, здесь у нас идет размер 25 на 15 и на 7 сантиметров. И вот эти контейнеры по 27,50. Сколько штучек взяла, не помню. Наверное, штучек 40 я точно взяла. Потому что все, которые были в наличии, я все забрала. И еще хотела купить вот такие вот маленькие контейнеры. Но, к сожалению, как было на сайте, в тот фикс прайс, который я ездила, не было вот в таком цвете, и в сером тоже не было. В синем и в оранжевом мне брать их не захотелось, потому что, мне кажется, ну, будет некрасиво сочетаться с этими контейнерами. Потом в ближайшее время заеду в другой фикс прайс, может, завтра доеду. Вот такие небольшие у меня покупки были, так что скоро будет у нас организация, ждите. Приготовился штрудель, вот такой красавец у нас получился, аромат стоит просто потрясающий, невероятный на всю квартиру, очень вкусно пахнет, дети прибежали и уже с нетерпением ждут, когда же будут лакомиться. Я разрезаю штрудель, показываю его вам в разрезе, очень он получился вкусный, обязательно приготовьте, побалуйте себя в ближайшие дни. По традиции подают штрудель шариком мороженого, мы тоже так любим подавать. И сегодня еще решила украсить штрудель с мороженым листиками мяты. Мяту также немножко посыпала сверху сахарной пудрой. Вот такая вкуснятина у нас получилась. Мы сейчас будем всей семьей садиться пить чай. Я вам хочу сказать огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Я вам желаю хорошего настроения, крепкого здоровья, берегите себя. А мы уже увидимся с вами совсем скоро. До новых встреч. Пока.